Всем привет. Так, какие задания у нас? Не знаю, я уже забыла, что у нас было. Бля, мне кажется, каждая игра начинается. Чё мы делали? Я всё забыла. Ну вот у меня та же хуйня, да. Бля, у меня прям чисто вот какая надо играет музыка. Какая? Так, карта... Нам надо выполнить прежде всего доставку в горы, потому что у нас все остальное заблокировано, нахуй. Это Blackboard. А, контракты? Да. А что у нас по потерянным... Ой, блядь, утерянные трубы говнище. Мешки и лед тоже говнище. Застрявшие в горах это легко выполнить. Ну, может... А, ну да, это уже легко выполнить. Да, тут тяжело ездить. Контейнер в реке... Блять, тоже хуйня. После, ну, в плане, типа, заебешься. После Врагфеста так непривычно теперь на этом. Так надо медленно, медленно ездить, да. Ага. Ну, давайте контракты выполняем, все остальное, в принципе, хуйня. О, поросенок. Зацепить. Пепа выезла. Пепа выехала из гаража. Возьми доставку в горы, возьми. Сейчас. Контракт. А там 4 бочки с топливом, вы вдвоем справитесь, в принципе. Доставка это... Это чё? Там даже один может справиться с, просто с длинным прицепом. Факт в том, что это надо ехать на другую карту, а там может быть где-нибудь дорога завалена. Давайте я поеду туда, посмотрю, что-то там. А я пока... на скауте, короче, поехал, вы там еще подождите, одно поручение выполним. Доставка быстро. Чего это, где? Ой. Это Blackbird, ну, доставка в горы. Ага. Принять. Так. Ага. А мне что делать? Комбо начинается, что мне делать? Помогите. Давайте решим, кто поедет доставлять Коля. Доставку в горы. Коля поедет доставлять. Кто? Ты чё мою тачку уронил? Алло, вышла из карты. Так, а я поеду вызволять застрявшего в горах. Я тогда поеду вперед к Коляну на в горную реку смотреть, как его там это... Дороги не дороги, потому что если что-то завалено, он там... Так, какая миссия? Доставка в горы. Контракт идут. Это Morrison Mining или что? Blackbird. Какую мне надо? Доставка в горы. Ага. Он, в принципе, один-единственный, который не заблокирован. А мне что делать? А где брать? Где? Мне в горную реку надо ехать. Да. Брать на буровой площадке. Понял. Подожди, Давай, Влада, поехали со мной просто в разные стороны. Там разъедемся и можешь всю карту открывать. А, мне просто ездить карту открывать? Ну да, со мной вместе. Мне лучше на маленькой машине ехать, да? Я даже не знаю. Ну какой хочешь, в принципе. Главное, чтобы проходили. Татра проходит? Проходит? Да вроде как. У нее расход. У меня же есть этот. А, ну бензина тут много. Ебать, у тебя огромный самосвал. Да что такое, Колян? Я говорю, это Пепа. Охуеть. Это Пепа. А это Мастодон. Ебать. Мастодон Пепа. Мастодон, хуй проедешь. Он проедет везде. Так, ладно, поеду на тракт. Не между. А вы разъехались уже все, да? Да. Как быстро, а? Молодцы. Ну. Так, а мне за женьком ехать, хотел вам показать. Да, я еще не выехал вообще сам весь. Она помнишь, как камеру поменять? Тогда я тебя жду. На единичку. Бля, ну от первого лица ты чувствуешь прям машину и прям больше подруливаешь, я вот заметил. То есть сразу ловишь. Ну не всегда. Ну, поехали. Второй раз, короче, удобно. Но не так красиво, как от третьего, конечно. Да, может, мне же тоже не так надо было ехать. Да нет, я же наоборот вам открываю, там бы скауты какие-нибудь взять. Да, у тебя же вот я Татру взяла. Да, надо было хаммер. Ну... Хаммер же везде есть. Да, я взял тяжелый скаут, на который можно грузовой прицеп прицепить, если что. Ну,
Ой, надеюсь. Надеюсь, норм. Застрял, блядь, чуть-чуть. И не забудь колеса с цепями. С цепями. А чё, блядь, так лагает? У меня вообще нормально. У меня удивительно, даже просто не греется, что добро. Да, вообще не. Так, а теперь вопрос, куда мне ехать? Я, блядь, отстал. Я здесь еще. Где здесь? А, вот. Ну, выехали с этого. С базы. База. Бля, вообще тачка засела, пиздец. Вот это говнище. Мне нравится моя тачка, она вообще не засаживается. О, так получше, а то я выезжал на ней, было не очень. Прозвук ехать. О, блядь! Больно, дорожка. А, у тебя мастодонт? Да. Блядь, ну что-то у меня застрял, я жестко, конечно. Бля! Ладно, полный привод включай. Точно. Спасибо. Да, я без вас. Я тоже забыл, что у меня тут не постоянно. Привык на крокодиле ездить. Да. Что бы я без вас делал? Да. Ну, вроде выбрался. Бля. Ну давай. Ехай. Бля, самую пониженную передачу включил, блядь. Все включ, полный привод, дифференциал, все включено и. И нихуя не едет. А, я тут, короче, смотрел лайфхаки в интернете, чтобы это... Чтобы был рывок, типа, переключай с нейтралки на передачу, с нейтралки на передачу. Нихуя себе. Но это быстро не получится. Ой, это я по твоему маршруту еду? По моему. Буду надеяться. На всякий случай сверю. По асфальту ехать, угу. Просто по асфальту. Все, я застрял полностью, короче, буду эвакуация и беру Татру. А ты где? Да там хуй пойми где. Ну или Татру, или что. Ай! Знак. Ладно, ехай по асфальту. Я еду. Да как ты это видишь? Что подглядываешь? Ну, карта же есть. Так ты едь, а не карту смотрю. Так, что там, было бы прикольно. Надо, да? Да. А сколько их надо, кстати? 4, по-моему, там, да? 4, да. Бля, мне 4 не влезет. А там магазин прицепов нет, а прицеп рядом нет? Да я ебанусь, прицеп тут еще. Ой. Зачем ты ебанешься? А чё, а я же сказал прицеп возьми. А чё, никто за мной не хочет поехать? Чё я один-то еду? Я 3-то взял, но ещё один-то кто-нибудь возьмите, вы чё? А четвёртый не берётся? У меня и так кузов на 3, обычный кузов на 2 только. Нихуя. А, тебе прицеп надо было еще взять. Это заебал, блядь. Вы не можете кто-то взять тоже еще? Блядь, ты же мне уже сказал. Я с удовольствием взял бы. В другую сторону. Просто я сейчас без задания одно хочу выполнить, это вам помогать, все. Сейчас, короче, разберемся. Бери пока 3, может быть. Есть такая вероятность, что мы сейчас приедем, и там где-нибудь эти бочки тоже можно будет взять. А, ну. Но может и нет, поэтому... Да. У меня, наверное, и некуда складывать. Просто раз Влада взяла Татру, она же могла... Нет, я не на Татре. Она сейчас на Хаммере. Да, у меня скорее Хаммер берите, я взяла. Ну так, Фёдор что-то там пошёл делать. Фёдор, да. Я должен быстро выполнить. Прицеп в любом... А, есть. А, нет, всё. Нет, блин, всё. Господа хорошие. Я уже прям машинально после Рокфеста на поворотах тормозить стараюсь. О, правильно. Так и надо, вообще всегда перед поворотом тормозить, ну, ладно? Да. Ну как бы да. Не хочется. Зачем? Почему не хочется? Ебаться хочется? Нет. Понимаю. О, заправка. Я привыкла, что у меня на Татре бензин нескончаемый. Кайф. Бля, Татра везде едет, я ваху, классная тачка. Угу. Вот чехи умеют.
Да. Вообще все классно. И Татра, и мотоцикл Ява, и мотоцикл ЧЗ, и игра Мафия. Что за мафия? Которая карточная? Так, короче, снимай футболку и выходи из игры, пиздец. Она не знает, что такое мафия. Ну знаю. Как? О, мне достижения дали. Ну я знаю, в карте такой, мафия, не мафия. Да игра компьютерная мафия, мафия 2. Меня зовут Вита Скалета, я родился на Сицилии в 25-м году и все дела. Не знаю, я играл только это, я не мафия. Витя Скелетов. Витя Скелетов? Да. Ты имечко-то? Виктор Антонович Скелетов. Блять. Заправился. Да, Татра просто ебёт эту грязь, все вообще поебать ей. Вообще я не слушал, что ли? Опять, слушала. Да? Я слышала, что ты сказал, что надо с прицепом. О, как красиво. Я слышал, что он сказал, снимай майку. А я услышал, выходи из игры. Кому чё? О! Ой, как красиво. Ага. Так, вот тут надо мост чинить, значит. А это новая карта уже, да? Это новая карта, да. Это новая жизнь. Нет. Короче, сейчас я беру всякие поручения, кто там на той карте сидит, Федя. Если ты сюда поедешь, смотри по поручениям из горной реки. Всякую хуйню. А мне что делать? А ты, Влада. Пока да. А Влада? Все еще. Так, ну сейчас поехали со мной, а там решим. Хорошо. Ебать, он стартанул по реке. Тут, блядь, легче, оказывается, проехать, чем, блядь, там по грязи. Я в ахуе. А здесь камни, заебись. Татра-то, конечно, могёт. Да, тут Татра, походу, все могёт. Бля, я вижу отсюда этот грузовик, я хуй его достану, ну, как бы. То как я не знаю теперь на Татре, как доставать, эту хуйню придется третий раз ехать. Как красиво. Бля, ну холодно там, наверное. Бля, я вижу, где этот пикап, сука. Как добраться туда, леваха? А что там за пикап? Ну там нужно просто с горы забрать чувака, блядь, как-то стащить. И реально я хуй знаю, как до него добраться. Стащить чувака с горы? Да. Угу. Так, ясно. Ну поехали тогда, по вывке ой, с тобой поедем. Ой. Извините. Бывает, Татра застревает, представляете? Да, такое тоже не бывает. Не застревает. Пепа? Мой хуй. Извините. Это как сосиску в коридор кинуть. А я? Это потому, что ты его никуда не суёшь. Попробуй на самую верхнюю вышку поехать. Это... Которая вот вверху карты. Угу. Ну попробуй. Попробовать я могу. А я поеду в другую сторону. Я дерево повалил. А, нет, Татре, в принципе, похуй, ладно. И к бабам, блядь, сходил. Че? Он сказал, что он дерево повалил. А, ладно, ладно. Не помню. Ну ладно. Это продолжение шуток, что у него не застревает. Ладно, сложно. Ну это смешно. Бля, пиздец тут ландшафт, конечно, на этой горной реке. Угу. Ну, то на то и горная. Тут прям перепады высот, тут в натуре горы, пацаны. А вы уже прям там уехали? Пиздёж. Мы уже прям тут и ездим вовсю. А, круто, я там еду. А ты тоже сюда на карту едешь? Ну да, вроде. Я ж туда еду, даже не. Да. Бля, дорога закрыта. А на карте не было такого. А, ну тут вот объезд. Господи, пугаешь. Там лужа какая-то здоровая. Бог поможет. Небо поможет. Ой. Бля! Бля. Что такое? Позаправочка. Вот теперь спуститься и не перевернуться. Удачи. Я, блядь, поехал там, где не надо, нахуй, такое чувство.
Пизда. Все, свалился? Нет, нормально. Тут дерево мешает проехать. Бля, ну Татра ебет, конечно, охуенно. Теперь ты будешь Федя Татра. Точно. Бля, я когда вот на Татре ездила, я не была Влада Татра. Почему? Забирай прозвище, мне не надо. Да нет, уже не надо, им попользовались уже. Я не хочу. Все. Теперь ты пользуйся. Я просто не хочу быть Федя Татра, блядь. Почему? Норм же. Но это же не небольшой так? Техас, понимаешь? Татра. А, да маленькая Татра. Да я уже и небольшой Техас. Ебать, нихуя горка. У вас там что, аттракцион? Ой, как красиво. В кабине поеду. Как у нас на улице, да? Нет. Ну, тут, тут кстати, я не знаю, вот на Аляске есть ли такое, но вот тут есть карта, по-моему, Кольский полуостров. Ой, там ой. Северное сияние, ебошь, все. Круто. Там вообще балдеж. Прям меня, красиво, кстати, прорисовано. У меня какая-то куплена карта с деревьев, с деревней, по-моему. Дураков. Такой нету. Я хотел бы ферму. Вот, по-моему, ферма у меня. Или что? С тракторами, помнишь, что мне говорил? А, ну ферма. А да. Ты же покупал какое-то дополнение там. О, во, да. Ну, я про это и говорю. Я про это и говорю. Так, я на горной реке, малыши. Я тоже больше папочку приезжает. Все, я почти выполнил задание. А, вот станция. На станцию обслуживания, да, надо стоять? Да, вот прям рядом. А, вот, вспомнил. А там не нашли, да, еще почку? Чего не нашли? Бочек еще. Где взять? Кого взять? Ну, чтоб назад не возвращаться. Опа. А, нет, еще не нашли, я в процессе. А вы куда поехали? В горную реку? Да. Угу. Сейчас к вам поеду. На всякий случай возьми бочки. А бля, я забыла. Одну. А, нет. Ага, ладно. На этой, на буровой установке. Или станции. А что это здесь? Может, да, как? Понял. Нет, по ебаным дорогам придется ехать. Здесь просто топливо, не бочки с топливом. Бля, вот меня угораздило прям по самой луже поехать. Да, слушай, видок, видок интересный. Ну я согласна смотреть на такие. Ух, нихуя, это на эту вышку мне надо? Ебать! А как туда доехать-то? А вот, обмозгуй. Ехай вперед, дальше тут вот ответвление будет. Да это-то я еду. Просто она так высоко выглядит. Я снизу смотрю, что-то. Да это все иллюзия. А, ну ладно. О, лагерь какой-то. О, поручение. Да, поручения бери все, какие только встречаешь. Угу. Обязательно, то по второму разу. Загрязненная. Три бочки разгрузил. Заебись. Федь, ты возьмешь, да? Да. Одну. Да. Заебись. А да, на них же только подъехать надо, да, чтобы взять? Вышку-то? Угу. Нет, ну, да. По поручению. Ну, да. Подъезжаешь, активируешь. Ну, в саму территорию, а, да. А принять? И именно принять, да, вот принимаешь. Да. О, все, окей. Вышка открыта. О, я как раз хотел поехать, подумал, собственно. На мою а ты меня видишь на, возле вышки? Да, вижу. Нет, ну в смысле, я и на карте тебя вижу. А если не на карте? Не, я только, я же только с этого, бочки разгрузил. Откуда я тебя увижу? Ну вот я вижу тот склад, на котором ты сейчас. А, нифига, а меня да. Видишь? Да. Смотри, смотри, сейчас выйду. Вижу. Нихуя. А, подожди, а где, как тебя увидеть? Смотри в... А, вон вышка. Вот. А, ты что-то моргаешь там, да? Да. Прикол. Я вижу, как моргает что-то, но я конкретно прям вот тебя. Понятно. Нет, наверное. Я вижу... А ну-ка назад сдай. Пиздарики, дорога. Там какая-то черная. А, вот, вижу. Поехал, да. Прикол. Это я. Моргаю. Это тут что ли заезжает? Во, вижу. А то у вас тоже лед, да?
Че у нас? Тоже лед там, да? Да. Так, я так понял, тут бы, наверное, показывалось, да, если бы были бочки, то их можно взять. Вообще, как будто... Ну вот, сейчас, если Влада откроет вышку... Нет, блядь! Чего там такое? Что, ты перевернулась? Пу-пум, угу. Давай сейчас тебя вытащу, я тут рядышком. А у тебя не нет автономной лебедки? Вроде есть, а как ее сделать? А, вот. Просто на F нажми, она тебя притянется к самой ближайшей точке. Пока не очень. Так. Короче. Вот тут разрушенный мост. Я сейчас возьму прицеп. На прицеп погружу этот, бетонную плиту и привезу сюда. А кто будет рядом со станцией обслуживания, там, по-моему, расходники две штуки надо. Потом после плиты надо будет расходники привезти. Understand, что ли? Наверное, не понял ничего. Я пока пытаюсь вытащить себе. А тут, кстати, Влада, тебе грузовик еще можно будет забрать. Mm-hmm. Бесплатный. Да бля, тут елки падают, не могут где выдержать. Ну сейчас бесплатный. Я. Бесплатный. Большой. Я люблю. Caterpillar. Ух ты, ух ты. Это хорошо. Литр пива? О, это я тоже люблю. Сюда. Блю, на нахуй. Ой, ой, ой. Это уже сейчас тут скрипануло так. Блять, а как сюда залезть-то, ебаный блядь? Ой, что-то я разлегся, забыл, что я на стриме. Ну, никто не пишет. Тишина. Блять, где я нахуй еду? Просто что это за дорога, блять? А ты полковник. Я такой. Полковник. О, нихуя себе, Химонак, здорово, с наступившим о, тебя как? Тоже. Ничего себе. Здорово, рад видеть, спасибо, что забежал, как оно? Как оно? Как оно, да как оно? Блять, а какой ж... А, я на ручном тормозе еду, вот чё. Бля. Все это время? Нет, ну, какое-то. И при этом Татра рвет, блять. Ну, блять. Театр рвет на ручном тормозе. Смотреть друг за. Да кое-как, Новый год проспал в этот раз. Ну а ты даешь. Не, мы даже Стивон с Ладой Коли не спали. Угу. Сумасшедший. Нормалек. А Женек все проспал. Давай, а блядь. Проспал? Я ничего не проспал. У там. Такое было. Такое было. Федя говорил, что его по голове глазили. Да. Ну, ой, да. Какой-то вот лысый вот этот с косичкой, блядь. Одну бочку с топливом беру. Ой, да. Это ты едешь уже? Да. Только вышку да. Не открывай, я хочу туда доехать. Я тебя еду, не до вышки. Я поняла, только ты потом... Да не буду. Чего я тебя не вижу? А, не вон да. Где ты. О, Пепа. Я все деревья а, смотрю. Ну, все было такое, да. Нихуя себе, елки обновились, я их только что все пороняла, а они всего на 5 стоят. Ну, бля, время пришло, смена поменялась. Роняй заново. Я роняю заново. Все, спасибо. Пришло время ехать дальше. Блять. Что, ты застрял или? Понятно. А у тебя пол выдает ключом? Да. О, видишь, елки все падают. Блин. Подожди, отцепись. Чем будешь заниматься на выходных, Ахимонак? Смотреть мои стримы, надеюсь. А ты будешь стримить? Да. То есть получится, конечно, ну заебись. Давно друзей не забудь звать на стрим. Спасибо, спасибо. А вылезть сейчас можешь или дальше поставить? Бля. Ура, спасибо.
вроде как нет. А как ты так вышел-то, блядь? Че? Упал? Нет, у меня почему-то все мои канистры, какие у меня с собой есть с бензином, они все пустые. Ну как? Как это? Там по чуть-чуть вообще. Может, ты их уже использовал? Ну нет, это странно, вышка. Потому что я же из гаража выехал-то. Ну, да. Не заполнилось. Я вышку открыла сама. Молодец. Хотел сказать, и не упала, но, блядь, это мраки. Ну, на скауте можно. Я на хаммере. Ну. А, это скаут? Ну, скаут это джипы. Тут есть просто джип, который скаут звать. Да. Он и в реальности скаут называется. А я никого с вышки не вижу. Я думаю, приеду, тоже все увижу. Там нет, там просто был. А подожди. А улучшения не забиваете собирать? О, блядь. Нет, я собираю, блядь. А я думал, прям сюда надо приехать. Блядь, там он улучшение, сука. Там ладно. Стоп. А, может Влад соберет? Я туда? Не пон. Влад, соберешь улучшение? Я, да, постараюсь, а где они? Рядом, а как... прям с тобой, там, где загрязненная природа. Где? А! А, улучшение. Ту-ру-ру-ру-ру. Ну, соберёшь? Постараюсь. Если не упаду. А чё тогда вот там вот и наверху? Бля, прикиньте, вот эта хуйня с... переключением передач, если из грязи выбираться, вообще работает. Круто. Господи, камера. Да, блядь! Вот, я сюда поехать туда. А? Ехать туда мне не надо. Ай! Эти ёлки. Ну, чё ж тут ёлки такие некрепкие? Тем более у меня тут даже не Татра. Что это такое? Ёбаный, блядь. Ты ещё и камера... Оп. Лежу, пержу. А? Упала? Да-да. И опять тут эти ёлки какие-то некрепкие. Ой, куда меня тащит-то? А, к вышке. А, окей. Тебя надо вытаскивать? Не знаю, сейчас. Не пойму. А, не надо, наверное. Я вот только не поняла. Чё? А вот там вот наверху это не вышка, это я вот эту вышку мне надо было открыть, а это что тогда? Нет, там не вышка, наверное. Ну вышка была обозначена. Это радиовышка. А, я к ней хотела поехать. А ты открыла смотровую, какую надо. Всем пока.